Как на каждом корабле, я думаю, здесь, в этой же ванне, должен быть штурвал. Согласны? Давайте мы его сделаем. Что удобно, мы сейчас отключаем все. Говорим, что нам надо цилиндрик. А еще лучше, наверное, мы возьмем с вами цирклю. Шесть. Радиус побольше вот такой сделаем. Так. Теперь заполним его. И сделаем следующее. Е. Вернее. Да. Дитмат. И. Так вот. И еще раз и. Еще раз и. Так. Далее давайте мы вот это вот размножим. Нет, не так. Вот так размножим. И удалим. Есть. Теперь мы можем сказать с вами вот этот и вот этот. Так. Почему здесь у нас? А, ну мы вот так сделаем. Е подымем. И вот эти тоже подымем. Теперь вот этот посмотрим сбоку и опустим его вот сюда. Z по Z. Вот так вот. Равномерно распределим. Отлично. И теперь нам нужно следующее сделать. Сначала грубую форму сделаем. Смотрим сверху. И берем какой-нибудь цилиндрик. Выключаем. Цилиндр. Переворачиваем его по оси X на 90. Уменьшаем. Тянем. Ну, достаточно вот так. И по Y выносим за пределы. Вот так. Смотрим. Поднимаем наверх немножко. G. Вверх, наверх. И S. Чуть-чуть. Так вот. Далее делаем следующее. Берем эту штуку. Смотрим сверху и говорим Ctrl R.
Для этого надо в эдит-мод перейти. Ctrl-R. Вот так вот сюда. И еще Ctrl-R. Потому что мы сейчас будем брать вот это и чуть-чуть увеличивать S. Нет, не так. E. Не хотим тогда. Ну ладно. Как же тебе лучше сделать-то? Зараза какая. Ctrl-R. S. Возьмем вот этот. И Е. Ctrl B. Закруглим ее. А эти сейчас. Мне кажется, мы зря тут учимся. Хотя, почему и нет? Вниз. G по Y. Вот так. А теперь вот это ребро. Я думал, оно лишнее здесь. Вот это. Мы его удалим как ненужное. И вот это ребро. И вынести действительно ненужного. Так, а вот это нам может понадобиться. Вот это. Давайте его. Вот и неправильно, конечно. Вот это Ctrl-R и уменьшим его S. Вот так. Смотрим. И по сравнению с этим, она маловато, ручка эта. Согласны? Ну, давайте тогда мы это дело исправим.
остановиться вовремя. Вот это уберем. Да елки. Select box возьмем. Выберем вот это. Да чтоб тебя сверху разодрало. Вот так. И теперь вытянем S по Y. Нет, не получается. Тянем G по Y. Поэтому вот так будет лучше гораздо. Включим. Ну да. Так уже более-менее. Более-менее. Хорошо. Ну а теперь мы выделим вот это. Посмотрим, оно у нас отдельно-отдельно, да? Сюда. Здесь, я надеюсь, у нас все в порядке. Да. Мы поставим empty. Где наши empty? Вот она. Вот мы ее сюда поставили. Прекрасно. Теперь пойдем в array. Я не помню, сколько здесь надо, 6 или 8. Но мы отключим это. Включим вот эти два объекта. И крутить заставим вокруг где у нас empty, вот она. Но перед этим информацию все, а трансформацию уберем. Так, когда у нас 6 есть, мы можем теперь сказать R и разложить их. Я думаю, 6 штук их достаточно. Вполне. Ну и тут тоже сейчас подработаем чуть-чуть. И выдвинем. А здесь сделаем Ctrl-R. Два штуки. И вот это. Слишком много я уделяю внимания деталям, ребята. Вы видите, да? Но это я ничего с собой сделать не могу. Это вот сидит во мне. Если уже начал делать, то уж. Ой-ой-ой-ой-ой, какую мы сделали гадость здесь. Вытянули только вот эту часть. К сожалению. Я вернусь, но вам этого не покажу уже. Исправлю сейчас. Остановлю. 14 минут. Хорошо. Так, мы продолжаем. То есть я здесь сделал выступы вот туда. Помните. А здесь мы сделаем просто такую палку. Дрынчик.
вот такой, который пойдет внутрь управления. Так, и кто? Ну, теперь давайте смотреть, куда мы его применим. Штурвал. На всякий случай. Это у нас... А, ну так у нас надо соединить эти вещи, штурвал. МТО вообще может... А, подождите. Объект. Ну, надо сначала согласиться с тем, что у нас... Теперь можем эти удалить. Вот эти две. Ctrl нет, не хотит. Можем через объект застроить join. Вот так. Вот она теперь цельная. Так. Мы можем его развернуть сразу. R по оси. Y на 90 градусов. И теперь R по оси. Z на 180. Вот так. Там надо было минус сказать. Ну и давайте ванну включим. Ну, неправильно я его развернул. Давайте еще поднимем Z. Разворачиваем R 90. Минус 90. Так, да, правильно. И немножко увеличим. И потащим куда нам нужно. G по Y. Вот сюда нам надо. И опустить чуть-чуть. Все. Теперь она правильно. Ну, неплохо бы развернуть, чтобы не слишком так точно стояла. Давайте сделаем R по Y и повернем, как нам нравится. Вот так, допустим. Хорошо. Но он там утонул в одном месте. Поэтому или поднимаем. И выдвигаем, наверное. Вот сюда. Хорошо, отлично. И теперь нам нужны рычаги еще. Вот отсюда, которые идут. Так. Может быть, нам придется немножко уменьшить. Это слишком большое. Так, выделяем вот этот теперь. Смотрим сбоку. И здесь мне надо сделать следующее. Курва, но патч. Курва, патч. Да. А где он? Что-то я. Вот он, да? Давайте поднимем депозит. Вот этот курва, патч. Возиться. Сейчас мы по-другому сделаем. BCR. Смотрим сбоку. Берем
это вот здесь она была. Вот она. И вот так. Так. И вот так. Все. А далее выбираем эту штуку. Вот. Нет. Пускай так и будет. И здесь в курве мы можем в геометрии его увеличить толщину. Вот так, наверное. Да. Вот этот. И отправим его сюда. Вот сюда. Так. А на конце поставить такой шарик. Ну, церковь нам нужна. Шарик, сфера очень маленькая, поэтому здесь, скажем так, 16 вполне будет уместно. И это Shift-D сделать, перенести сюда, но немножко в другое место развернуть. R. Вот как так. G. Можем их, конечно, сказать объект set origin геометрия и R. Вот так сделать. Немножко раздвинуть, чтобы она не задевала руль. Угу. Это тоже. Сколько времени? 24 минуты. Ну что, достаточно. Тут еще надо пару педалей сделать. Но это мы позже с вами сделаем. Хорошо? Точно. Стоп.